На горшок, видать. На рыбалку. На рыбалку уже ускакал, да. Миша уже ускакал на рыбалку. Ну что, доброе утро, народ. Мы проснулись. Уже даже позавтракали вкусным пирогом. Почти съели пирог. Да, почти съели пирог. Мишка бодрый, веселый. Попили кто чего, кто кофе, кто чая, кто пуэра. Вот. И собираемся выходить на рыбалочку. Сегодня мы будем ловить налима. Налима мы сегодня не будем ловить. Мы решили сегодня посвятить день озеру Муромскому. Будем ловить окуня и поставим несколько желез на щуку. Ну вот этих хрустиков. Да, а из окуня мы будем делать сегодня хрустиков, так что к вечеру вам расскажем рецепты, покажем, как это готовится, и расскажем, как это вкусно. Вот. Ну все, давайте пойдем на озеро. Мы едем на озеро Муромское. На урочище Березовец. Будем ловить окуня. Что не очень у нас рыбалка сегодня идет. Так, мелочишку всякую поклевывают. Ну вот. Поймал рыбу. Мишка поймал рыбу. Молодец, Мишка. На блесну. Ребят, пока вяленько ловится окунь, я решил поставить жерлички. Может быть, попадется щука. Вот как раз наши жерлицы от Лабутен. Михаила Лабутена. Сейчас будем их ставить, пробовать. Ну что ж, мы приехали в избу, хотим попить чаю и переберемся на другую сторону косы, в Онегу. Может быть, поищем там окуня, поищем там какую-то рыбу. Ну и, естественно, проверим поставухи на налима, поставим еще дополнительные. Ну и не знаю, чем-нибудь будем заниматься. Сегодня надо наловить еще чуть-чуть окушка. Гена обещал сделать хрумы. Так он их называет. Это такие жареные окушки. Скажу вам честно, рыбу, которую я пробую на Онеге, она как будто бы заново открывает свои вкусы. Это совершенно другая рыба. Я теперь не знаю, как буду ловить рыбу на Волге. Жарим яичницу. До рыбы мы пока не добрались. Пока можем только яичницу есть. Мы сейчас штурмуем немножечко открытую воду реки Муромка, которая соединяет Муромское озеро с Онегой. Возле Онеги устье реки уже открылось. Как бы приходится уже... Да, ребята, на снегоходах здесь не надо пытаться ездить, потому что местные жители уже устали доставать снегоходы туристов, которые по незнанию сюда фигарят, приезжают. А мы здесь сейчас красиво проплывем. Можно, я так думаю, вообще спиннинг покидать. О, маленький налимчик. Не серьезно. Ну а что? Вот самый вкусненький. Они все тут вкусные налимки. Вот такой вот. Так. Надо его... Оставляй его пока в этот... Давай, я его здесь пока брошу, идем дальше. Ладок, снимай с него. Зачем? Пусть валяется, я экстрактором достану и все. Ну да. Идем. Пошли дальше, да. Пошли дальше. Везде есть. Да, я это... Да иди. Ребят, ну вот такие вот налимчики. Да подожди. Ловятся, не сезон, говорят сейчас. Ровно неделю. Но не сезон, говорят, пока еще. Вот нам такие дети налимов... Ловятся. Вот такой красавчик очередной достался с икоркой. Вроде с икоркой. С икорочкой, да? Это очень вкусно.
Очень вкусненький налимчик. Все, пусть лежит. Мы идем дальше проверять. У нас еще много постовых. Еще один налимчик. Уже третий будет из четырех. Постовых будет третий. На одной у нас сбило. Здесь такой. Ура, налим. Крупнее должен быть, чем были. Такой же, да. Но сопротивлялся он больше. Но он попался, наверное, только-только, поэтому еще полный сил. Отлично. Я снимаю этого волка. Нет. Волк в естественной обитании среды. Народ нас понял. Ладно. Народ, вот так выглядит настоящее счастье. Ой, сделайте мне массаж пяточек. Вот, сейчас мы поймаем рыбу, которая делает массаж пяток. Две рыбы. Положим их в сапоги. И будет человеку счастье и радость. У нас еще 50 есть. А, тогда не пойдем. Да, с нами начинающий рыбак, он постоянно спрашивает, когда мы пойдем домой, на что мы ему наливаем 50 грамм, он с нами остается. Я-то на этих так что до дома 8 километров, тут по льду. 10. Мы его, 10, мы его отправляем. Вон туда, вон туда. Ну вот, сейчас я буду экстрактором доставать крючок из налима. Все знают, наверное, что это еще тот геморрой лютый. Вот, обычно отцепляем поводок, но сейчас с экстрактором мы вот зацепили экстрактор, пошли по лесочке. Открой ротик, дорогой, открой ротик. Ну открой. Открылся экстрактор. Что ты за сволочь-то такая, а? Закрыл рот налим, не открылся хочет с нами экстрактор дружить. Ладно, сейчас мы ему откроем рот. Вот. Дошли до крючка, зажали крючок. Опа! Все, крючок у меня в руке. Очень просто, легко. Эффективно. Раньше я легче еще из какой-то рыбы, тем более из налима, достать крючок. Это был вообще геморрой, мы доставали при разделке уже дома. Для этого надо было иметь запас поводков с крючками. Мы просто отцепляли налима, выбрасывали его и уже дома доставали у него из желудка там крючок этот. Вот сейчас это гораздо все проще, приятнее. Я очень рад приобретением. Купил его на выставке «Охота и рыбалка на Руси». Кстати, подобная выставка будет, еще одна выставка будет 13 марта, 10-13 вроде марта в Крокус-Экспо. Я туда тоже пойду обязательно, там продается огромная куча всяких ништяков и для охоты, и для рыбалки. Вот, будем приобретать. Вот, сейчас мы наденем живчика и отпустим его ловить. Да блин, опять, видишь, плотвичка, Мишка плотвичек наловил. Я их накормил сегодня. А где ты их ловил? Ну слушай, да. А ты здесь ловил? Нет, ну там, на Муромском. А, вот это там, да? Блин, надо эту. Чего? А, шумовку, да? Вот. Вот, кстати, еще один совет. Все, наверное, знают, когда потрогаешь рыбу там или еще что-то, обычно мы как дети берем и руки об штаны вытерли. Я использую вот такое вот полотенчико, покупаю в хозяйственном магазине на метраж. Режем из них вот такие квадратики, делаем здесь узелок и зацепляем за молнию. Очень удобно, ты взял, потрогал рыбу в слизи, просто руку раз вытер, когда у тебя полотенчико это испачкалось до конца, ставишь новое, ну кому жалко, могут просто постирать, высушить и опять ими пользоваться. Стоит 30 рублей метр вроде бы, насколько я помню, в строительных магазинах продаются. Вот такой вот вам интересный момент. И любимая расскажу дома не ругает. Да, и любимая дома не ругает, и ты сам не воняешь как черт рыбой постоянно. Вот, а мы ставим следующую нашу постовушку. Кстати, видишь, убежала. Убежал, держи его. Да. Убежал. Шланчик. Шланг. Его, она размотала его, и он уехал вниз. Да. Ну, ничего страшного. Все. Получше. Уже. Говорят, что надо вот сейчас вот такого живца ставить. Нормальный будет килограмм на 5-6. Нормально. Налим. Да, хороший. Да, ставим. Вот. Все. И так нормальный мы его жилец. Опа. Надеваем. Да, я пускаю. Вот такого красавчика. Так. Его можно уже, я думаю, съесть даже было. Не-не-не. Обычно нормальный жилец. Обычный нормальный жилец. Шикарно. Да, если на посадку вот здесь,
ты потом уже говоришь, что Геша прав. Геша прав, да. Геша, конечно, прав. Геша хорош. Геша хорош. Геша прав. Вкусного живца. Вот такого. Ну, вот это самое то. Чуть побольше надо, но пойдет и этот. Вот такого живца мы посадим. Вот он очень активный у нас. Активный налим. Может быть и сюда. Ген, чуть-чуть отойди, а то телеска прям на ноги собирается. Нет, налимчик, но такой хороший такой. На килишке больше. Сейчас увидим. О. Ну, это не... Сопротивлялся уверенно очень. Держи, пожалуйста. Ну тут экстрактор даже не нужен. Смотри, как его раздуло, бедолагу. Раздуло, да, сильно. А хотя нет, давай-ка я экстрактор зацеплю. Крючок зацеплю экстрактор. Нет, ну, радует, что на каждой лодке, правильно? Да. Даже вот белочку зато, а вот такие. Кренделек свернул, блядь, меня так крючок вытащили, я бы еще не так кренделек свернул. А потом бы еще и бросили. Еще и бросили. Так, я зато... плечи не хочу. Сегодня победил я. Два! А мы две жерлицы сразу вынули. Ребят, у нас уникальный. Смотрите, какой момент, да. Две жерлицы стоят в 8 метрах друг от друга. Рыбы их перепутали и через одну достали. Видите, какой интересный случай получился. Так что вот так вот, оставайтесь. Вот. Полчаса поставили жерлицы. С того, что сейчас идем проверять. Она снимает уже, Гер. Хорош. Шел, что ли? Ну вот. Шел, что ли? Шел. Ну что-то нет, что-то там висит, блядь. Может, это опыт какой-то. Морква пожеванная, посмотри, нет? Охуевшая. Ребят, мы приехали в избу обратно. Сегодня мы...